Автомобильный концерн Volkswagen планирует создать мощный альянс с компанией Suzuki. Немцы купят 20% акций японского автогиганта. Сумма сделки составит 2,5 миллиарда долларов. Если все пройдет гладко, новый союз станет одним из самых могущественных автопроизводителей в мире, с которым сможет соперничать только Toyota. Глава компании Suzuki признался, что сделка с немцами фактически стала для его предприятия спасением. В последние годы наша компания искала пути выживания на рынке, поэтому предложение концерна Volkswagen было очень кстати. На сегодняшний момент Volkswagen занимает 3-е место в мире по объему продаж среди автопроизводителей. Зато Suzuki контролирует половину авторынка в Индии. Не исключено, что в результате создания альянса Volkswagen впервые в своей истории займется производством мотоциклов.